Друзья, всем здорово! Такое небольшое, быстрое видео. Есть два отрезка квадрата, 8 мм. Необходимо обработать торец и просверлить отверстие на определенную глубину, нарезать в этом отверстии резьбу. Казалось бы, ничего сложного. Зажал, торцанул, просверлил. Но не тут-то было. Если мы зажмем в патроне, будет несоосность. Соответственно, отверстие будет где-нибудь в сторону, уйдет. А нужно по центру. Какой же выход я придумал? Имеется вот такая гайка, удлиненная. Просверлим отверстие. Сверлить нужно очень аккуратно, постепенно, обязательно масло. Поскольку при выходе сверла есть риск его поломки. Я уже одно поломал. В отверстиях, соответственно, нарезаю резьбу М3. Использую масло для смазки. Сало мне не понравилось. Масло все-таки лучше всего. В отверстие с резьбой ввинчиваю винты М3 с предварительно накрученными гайками. Принцип действия приспособы просто безобразие. Устанавливаем и затягиваем винты. Так. Равномерно, естественно, затягиваем. Гайки на всякий случай, дабы исключить вероятность самооткручивания винтов. Я думаю, теоретически можно было бы обойтись и без них. Но так понадежней. Вот такой результат перед вами. Если бы еще квадрат был квадратом, а то это какой-то прямоугольник 7,6, а заявлено 8 мм. Здесь 7,7. Ну, в общем, кривенько немножко. С кем приходится и с чем приходится работать. Ужас. Вот такое простое приспособление. Назову видео «Секреты удлиненной гайки». Наберу миллиард просмотров. Но посрано.